Нет, тогда ты, нет, тогда ты в этом медиумическом состоянии, нет, ничего. Хорошо. Медиумическое. А мы из него не выходим. У меня два состояния. Экзистенциальный ужас. Да. И медиумическое. Сугестивное, не забудь. Сугестивное. Сугестивное. Подтягивается. Про слова. Я уже произнес монолог про слова. Хорошо. Давайте начнем. Давайте начнем. Как она это делает? Делает так хорошо, так хорошо, так непонятно хорошо. И даже приемы Эдуарда Баякова, замечательного авантюриста, мастера, продюсера и режиссера Дягилева нашего времени, похожи на то, как собирали спектакли. Ну, то, что я помню, ну тогда, когда важным было все в театре. Прежде всего, текст, актер, психология, психологика, музыка, сценография, все важно. Вот так, тотальный въезд в незнаемое и конструируемое по ходу репетиции. И это очень интересно. От вас будет требоваться это максимально точно воспроизвести Алисину пластику. И вообще в тот момент, когда заканчивается у Вениамина Борисовича монолог, он ложится, и тут он заснул. И он ложится туда. И она начинает вылезать. Из-под него поворачивается и начинает курить. Рядышком находится дочь моих друзей, замечательная актриса сама по себе, без всяких родителей, Алиса Хазанова, на имя которой тоже столько наоткликались, я не знаю, говорил я или нет, но вот Оля Суркова, такой крупный специалист по кино, подруга Тарковского, живущая в Амстердаме, знает все лучше, поэтому она на это имя, о, да, как хорошо, это замечательно, вот так вот в кругу, то, что вы называете известные, в кругу известных своих, очень уютно и хорошо. Как слоны. Или как новые телеграфные столбы, идущие от станции к дачному поселку. Она любила корабельные сосны, окружающие их дом. Эту историю с историей ранней Каганки, или, может быть, раннего Фоменко, называю людей, для которых слово оказывалось ведущим в интересах. Русское слово – самое главное. Вот выбор этих двух рассказов Сорокина, мне кажется, это и есть победа разума в наше замутненное для русского языка время. «Не спишь, Дашенька, в тысячный раз произнес он». Лежа на левой половине до спальной кровати, она с его стороны откинула край легкого летнего одеяла. Он снял очки, сложил, убрал футляр, положил на заваленную книгами тумбочку, сел на кровать, вынул длиннопалые ноги из тапочек и сутулый, худощавый, в длинных черных трусах и майке полез под одеяло. Мы все дети войны и мира. Сорокин чувствительный, очень-очень высокоинтеллектуальный гражданин. Когда мы работали вот с Алисой и с Эдуардом, много раз удивлялись тому, как может сегодняшний писатель, у которого масса забот нынешних, суетных, грешных, обязательных, бытовых и прочее, как он может так глубоко уйти в текстологию, в правду деталей. Биологии, в аграрном, там, скажем, деле, в русской деревне, подробности необыкновенные. И очень уверенно, ему сразу веришь, потому что он это знает. А почему он знает, это надо у него спрашивать.
Он ученый, поэтому все, что касается... Там такой перепад, такая дистанция между интересами в этих двух рассказах. Вот так, вот так, вот так. Неловкие движения его прекратились, он замер. Волнаю тело несла его, вот так, вот так. Вот так горячо дышали ее губы. Это длилось и длилось, он бессильно покачивался на ней, уткнувшись лицом в ее волосы, но вдруг вздрогнул всем телом, глухо ойкнул. Она встрепенулась, бедра ее взметнулись, руки и ноги оплели его. Да, да, да. Он протяжно и беспомощно, как раненый, застонал, а потом закашлял. Штампы всегда какие-то существовали. Маяковский хулиган, Высоцкий хрипатый пьяница. Я говорю, при жизни, при жизни. Умер Высоцкий и стал святым. Умер Маяковский, сами знаете. Сорокин, дай Бог здоровья. Он здоров, и он пережил и то, и другое. И то, что на него навлекали его собственные эксперименты словесные, на которые имеет право любой талантливый человек. Он шел так, как он хотел. Значит, при удалении эпицентра взрыва на 200 километров от суши высота волны у берега составит 80 метров, колоссально! А если 400 километров от берега, 40 метров, тоже весьма эффективно, весьма-весьма! Энергия волны и... Весьма-весьма энергия разрушительная сила волны, связанная с ее высотой, квадратична. При удвоении высоты энергия волны возрастает вчетверо. Потрясающая мощь! Высота 80 метров, она смоет Нью-Йорк, Бостон, что там у них еще? 80 метров! Волна! Знаете, какое самое главное слово в искусстве, и в вашем, и в нашем, органика. Вот Сорокин достигает абсолютной органики в том, что он описывает, в том, как он высказывается, исповедуется или какие послания совершает. Наверное, он сидел бы рядом и стал ругаться сейчас. Зачем такие высокие слова? А вы знакомы? А можно попроще. Знакомый, он очень гордится тем, что наш общий друг Ванечка Дыховечный когда-то его пригласил на премьеру «Мастера Маргариты». И он ко мне относился через произведение Булгакова и мой нехороший сатанинский образ.